Before listening to the podcast, let's go over the vocabulary from it. Словарь. Dictionary. Овсяная каша. Каша. Овсяная крупа. Русь. Варить. Сварить. Вода. Молоко. Последний. Набирать. Набрать. Другой. Страна. Сытный. Полезный. Сахар. Соль. Масло, варенье, мед, сухофрукт, корица, орех, сыр, украшать, украсить. Ягода, яблоко, черника, голубика, малина, клубника, виноград. You can practice this vocabulary. On my website, RussianInAction.com, you will see the link to my website under the video. Овсяная каша. Овсяная каша или овсянка – это каша из овсяной крупы. Это блюдо традиционно было распространено в Шотландии, Скандинавии и на Руси, у восточных славян, которые варили кашу как на воде, так и на молоке. В последние десятилетия овсянка набирает популярность и в других странах, как сытный и полезный завтрак. Ингредиентами овсяной каши могут быть сахар, соль, молоко, кефир, масло, варенье, мед, сухофрукты, корица, орехи и даже сыр. Очень популярно украшать кашу свежими фруктами и ягодами, такими как бананы, яблоки, черника, голубика, малина, клубника и виноград. You can find the whole podcast translation on my website RussianInAction.com. Thank you so much for your attention. Спасибо за внимание. You can find more exercises on my website, RussianInAction.com. Don't forget to like, subscribe, and comment. Спасибо.